наконец-то я дома. Спасибо тебе, братишка Райан, что приехал, встретил меня. Как ты отдохнула в Париже, сестренка? Ой, все было просто замечательно. Это был самый лучший отдых в моей жизни. Я за тобой так соскучилась, а еще я соскучилась за своей подругой Асенькой. Нужно срочно навестить ее. И ты пойдешь со мной. Да, Ракель, я тоже давненько ее не видел. Вот и здорово. Позвоню ей и назначу встречу. Думаю, она рада будет видеть тебя. Клео. Да, Анастасия Альбертовна. Хочу сообщить тебе, что скоро ко мне приедет подруга. Мы давно не виделись и устроим праздник у нас в доме. Еще с ней придет ее братишка. Как же он мне нравится, я просто влюблена в него. А вы с Мелиндой подумайте над праздником, чтобы все было на высшем уровне, понятно? Конечно, я все поняла. Передам Мелинде. Поэтому нам придется устроить праздник для Анастасии Альбертовны и ее гостей. Я все поняла, Клео. Послушай, Мелинда, что же теперь делать? Как же найти мне Райана? Дома никого нет, никто не отвечает. Но ты же теперь знаешь адрес и можешь еще раз туда пойти. Так, все ли продукты куплены к празднику? Это есть, хорошо. Снова ты? Что тебе от меня нужно? Отдай мне свое влюбленное сердце. Кто там? Здравствуйте. Это вы заказывали диванчик? Нет, мы не заказывали. Вы ошиблись, молодой человек. Ну тогда извините. Он меня спас. Значит, эта ведьма точно бы что-то со мной сделала. Ей надо мое влюбленное сердце. Вот зачем она преследовала меня. Иногда мне даже жаль, что я лишилась своих сил. Иначе бы я быстро с ней расправилась. И какой я злой раньше была. Просто ужас. Где же мой Райан? Где мне теперь искать его? Пойду опять к нему домой, как только справлюсь с заданиями. Привет, Клео. Ну что, ходила к своему Райану? Да нет, Анастасия Альбертовна дала так много заданий, что просто некогда к нему пойти. Ведь намечается же праздник. Ну вот сразу после праздника и сходишь. Да, Мелинда, ты полностью права. Ну что, девочки, все готово? С минуты на минуту придут мои гости. Конечно, Анастасия Альбертовна, все давно готово, не беспокойтесь. Это замечательно, а то я так волнуюсь. Ведь придет парень, который очень мне нравится. Я должна заполучить его. Конечно же, своим обаянием, ведь я такая красавица. Несомненно, Анастасия Альбертовна. И что это за женишок у нее появился? Скоро узнаем, но если честно, я за нее даже рада. Пусть найдет уже наконец свое счастье. А вот и вы, мои дорогие, прошу к столу. Здравствуй, Асенька, подруга. Как я давно тебя не видела. Здравствуй, Ася. Здравствуй, дорогой Райан. Девочки, подавайте на стол. Да, конечно, Анастасия Альбертовна.